сегодня спекулянты и перекупщики билетов, полусумасшедшие фанаты, готовые перегрызть горло соперникам своих кумиров, циничные хакеры, вранье в прессе и скандальные интервью сотрудников. Все это один большой смертный ком. Мне это хотел сказать. Можно два слова? Конечно. Вы знаете, мы как-то давно следим за тем, что происходит в Большом, и во время ремонта, и все эти дела, которые были связаны с утечкой довольно больших денег, все время шли разговоры о том, что в Большом происходит что-то неладное. Действительно, совершенно правильно. Это постоянная мафия этих спекулянтов. Какие-то безумные цены на билеты, невозможности купить, и платишь гигантские деньги спекулянтам.